Масленица в Березняковском поселении, как всегда, получилась красочной, нарядной и веселой. С блинами и самоваром, с песнями и хороводами. Главное действие развернулось на крыльце Дома культуры и юности в Березняках. Здравствуй, масленица, здорово, здорово, здравствуй, масленица. Жители приняли активное участие в традиционных масленичных забавах и играх. Беги в мешках, перетягивание каната, богатырских состязаниях. Театрализованное представление, сделанное в балаганной манере силами сотрудников Дома культуры и юности, пришлось по душе березняковцам и гостям масленицы. Они смеялись и переживали за героев, в каждом из которых они могли узнать и себя. Были и нестандартные подходы к получению приза со столба. Смекалка и тут не подвела смельчаков. Потом было взятие Снежной крепости. Царем горы не всем удавалось стать. В прощенное воскресенье прощение у жителей просила и администрация. От имени администрации совета простите, ради бога, нас, что мы не все можем для вас делать. Все, что можем, делаем. Так что простите. Хорошего вам настроения, удачи, счастья, здоровья самое главное. И отдыхайте, веселитесь. А потом, конечно же, было сожжение чучела масленицы, олицетворяющего собой зиму. Как говорится, не все коту масленица, будет и Великий пост.